Добрый день, дорогие друзья, добрый день, дорогие наши зрители. Все вновь так. В Петербурге вновь солнце. Здесь, в Малом зале Петербургской филармонии, вновь Александра Мымрина и Валерия Величко. Продолжается 17-й международный конкурс имени Чайковского. Здесь, в Петербурге, здесь, в Малом зале филармонии, продолжается конкурс в номинации «Виолончель». И сегодня очень важный большой день, поскольку именно сегодня начинается второй раунд, второй тур. Hello, ladies and gentlemen. We are Valeria Velichka and Alexandra Mimbrina, and we are live broadcasting from 17th International Tchaikovsky Competition in Cello Nomination. We are here in St. Petersburg, in small hall of Petersburger Philharmonia. And today is a big day because today we'll start soon the second round of the cello in the cello nomination. И вчера. Хотя, если быть занудой, по часам это было тоже сегодня, потому что мы вышли в эфир практически ровно через 12 часов после объявления имен тех, кого жюри допустило во второй тур, были объявлены имена участников. Напомню, всего 12 участников допущены ко второму туру. Так вот, 12 счастливчиков, которые прошли. И это вот они. Даниил Никонов, Данила Владыка, Всеволод Гузов, Богдан Ефремов, Камиль Мухаметдинов, Василий Степанов, Ли Дон Йол, Мария Зайцева, Ли Йон Ын, Иван Синдецкий, Пак Сан Хёк и Кан Е Ын. Поздравляем всех этих ребят, то, что они прошли во второй тур. И, кстати говоря, если вы вдруг пропустили нашу вчерашнюю долгую трансляцию, долгое ночное ожидание результатов, мы общались в том числе и с участниками конкурса, и в том числе с теми, кто прошел во второй тур. Так что обязательно можете найти запись этого эфира, посмотреть, как ребята волновались, а некоторые и не волновались, ожидая результатов, что они нам про себя рассказывали. Это действительно очень любопытно. Напоминаю, что все записи можно найти на официальном сайте конкурса Чайковского, а также в официальной группе конкурса Чайковского во ВКонтакте и посмотреть в любое удобное для вас время. Ну и я напомню, что изначально было 25 участников из 5 стран, сейчас осталось участников 12 из 2 стран, а именно из России и Южной Кореи. Вот такое соревнование у нас теперь получается. I have to remind you that there were 25 cellists in the beginning from 5 countries. USA, Russia, China, Australia, South Korea, and what? It was all. So, and now it's only 12 cellists from 2 countries, Russia and South Korea. И прежде чем мы начнем рассказывать вам, что именно и на чем сыграют участники первого дня прослушивания второго тура, мы посмотрим небольшой выпуск видеодневника. Это видеодневник, который снимается во все дни конкурса в разных залах. А напомню, что конкурс проходит одновременно в Петербурге и в Москве. В Москве состязаются пианисты и скрипачи, в Петербурге вокалисты, виолончелисты, исполнители на деревянных и медных духовых. Словом, ожидания от конкурса самых главных и неотъемлемых его участников, а именно его зрителей. Let's see next round of video blog. Ожидания от конкурса самые великолепные. Мы слушаем прекрасную музыку, наслаждаемся, вот, и за всех болеем. Это такое потрясение, потому что в 3 метрах от себя такие сильные голоса, это впечатляет. Помню еще первые конкурсы Чайковского. Я уже человек не молодой, я петербуржец. Ленинградец. Конкурс был в Москве. Но последние конкурсы нам повезло. Во всяком случае, виолончелистам. Не завидую жюри. Им надо кого-то выбирать. Я бы выбрал всех. Сегодня я очень хочу послушать выступление своего старшего брата. Пришли его поддержать сегодня. Вы знаете, мне показалось накануне этого конкурса, что я устал от пения и что я, наверное, не пойду. Но чем ближе были сроки начала конкурса, тем больше мне захотелось пойти.
Я так давно мечтала попасть на вокалистов, и, наконец, попала. Последние, скажем так, 4 конкурса я смотрю абсолютно все. В этот раз я пойду на вокалистов, потому что вокалисты — это просто чудо. Обстановка в зале, сопереживают, дыхание берут вместе с вокалистами. Вы знаете, прям вот настроение меняется. Меня жена затащила, у нее консерваторское образование, и пошли. Мы вот сходили, и вот в этот конкурс уже я в первых рядах, видите, даже без жены. Ну, программа такая сложная, конечно, да, но возможная. До этого возможность этот конкурс смотреть у меня была только по телевизору. Присутствовать вживую — это совсем другое ощущение. Это какое-то, как будто ты из детства там смотрел сказки, а потом погрузился в эту сказку. Я считаю, что это самый значительный конкурс. У нас только он пока только второй, да, для духовиков. Вот, но тем не менее, я считаю, что это, ну, это высший пилотаж. Да, я часто слушаю музыку, но это первый раз на конкурсе, чтобы поддержать друга. Я принес для ему этот цвет. Я с конкурсом Чайковского знакома с 58 года. Это я еще училась в 7-летней школе, в сельской. А у мамы на столе приемничек такой был. И как раз играл Ван Клиберн, первый концерт Чайковского. Ну, мне вчера понравилось, как играл вот он, как вот там Владыка Даниил, очень красиво играл. Только я чуть-чуть скрипел, конечно, по грифу, но мне очень это нравилось. Но все равно, ну, скрипит, но главное, что хорошо играет. Я желаю участникам добиваться того, чего они хотят, реализовывать свои мечты и никогда не достигать потолка. Не отчаиваться, если они не пройдут на второй и на третий тур, любить музыку и почаще выступать. Ну, хочется всем просто пожелать успехов, хороших выступлений, чтобы все были довольны, росли творчески. Я желаю все участники удачи, получить хорошие результаты. И хочу сказать, мой друг, ты самый лучший. Я желаю, чтобы они все они выиграли на этом конкурсе каждый. Только что мы услышали ожидания наших замечательных зрителей, и не могу от себя не отметить о том, что ожидания и аппетиты их еще и возрастают, хотя бы по той простой причине, что больше зрителей с каждым днем мы наблюдаем здесь, в малом зале Петербургской филармонии, что не может не радовать. И вчера даже отдельно могу отметить, что во время вечерних прослушиваний в самый такой, наверное, эмоциональный момент, эмоциональный накал, приходили зрители, которые не успевали зайти в зал во время, к началу первой части прослушивания, они не разворачивались, не уходили, а честно и совершенно спокойно ждали здесь в холле, дожидались перерыва для того, чтобы войти в зал и все-таки увидеть выступление. Так что Петербург, конечно, виолончель любит, и за этим конкурсом внимательно следят эти ценители, которых в нашем городе, как мы видим, немало. Ну и, конечно, мы говорим на камеру, мы говорим в трансляцию, но надо помнить, что конкурс приходит слушать, и даже если вы опаздываете к началу выступление, сидя в фойе, слышно абсолютно все. Недаром в Малом зале филармонии такая акустика, о которой постоянно говорят конкурсанты, поддерживающие и позволяющие виолончели петь на все голоса. Кстати, первые два участника будут петь, будут играть на необычных виолончелях. Обе виолончели заслуживают отдельного рассказа. Первый участник Данил Никонов исполнит свою программу на виолончели работы современного мастера Габриэля Жебрана Якуба. И кажется, что Габриэль, Жебран, Якуб, наверное, какой-нибудь иностранец. Нет, несмотря на красивое звучное имя, мастер работы петербуржец. И его инструменты
среди профессионалов широко известны. Виолончели работы его, этого мастера звучали в Малом зале неоднократно, и в том числе на предыдущих конкурсах Чайковского. Да. Более того, инструменты этого мастера, возможно, помогали участнику конкурса, потому что нынешний член жюри Александр Рам, лауреат конкурса Чайковского 2015 года, играл на инструменте именно этого мастера. Мы, опять-таки, повторюсь, не проводим никаких параллелей, не делаем никаких прогнозов, просто вот такая интересная, любопытная деталь. Но и у второго участника, который сегодня появится на сцене, тоже любопытный инструмент. Это Данила Владыка, он москвич, учится в консерватории, ученик Александра Князева. Он играет на виолончели работы Винченцо Руджери из государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов. Вот такое соревнование не только самих конкурсантов, но и их музыкальных инструментов нас сегодня ожидает. Кстати, у Данилы Владыка есть еще одна визитная карточка, скажем так, потому что наши зрители трансляции, мы точно знаем, тоже обратили внимание на этот интересный момент. Концертмейстер Данилы Владыка. Кто за роялем? Может быть, Ференц Лист? И действительно, концертмейстер Данила Владыка чрезвычайно похож на Ференца Листа. Это Владимир Мишневский. Если вы хотите, вы можете посмотреть нашу трансляцию первого дня, где он был гостем в нашей импровизированной студии и рассказывал о своей работе концертмейстером на конкурсе Чайковского. Концертмейстеры — люди, как казалось бы, находящиеся за спиной у конкурсантов, но мы прекрасно знаем, как важна поддержка, которая оказывается сзади, как важно музыкальное партнерство. А сейчас мы предлагаем посмотреть фрагменты выступлений первого тура участников, которых мы услышим сейчас во втором. Let's see a short review from the first round of competition by Данила Владыка and Даниил Никонов. Даниил Никонов. Невозможно поверить, что эти выступления были три дня назад. Всего лишь, кажется,
прошла уже такой большой этап жизни для каждого из нынешних конкурсантов. Тем не менее, это действительно так. И вот уже второй тур. Желаем в нем и Даниилу, и Даниле удачи. Как, конечно, мы поддерживаем одинаково всех конкурсантов, всех молодых талантов. Все эти молодые таланты, понимаем их волнение, степень ответственности выступать на международном конкурсе имени Чайковского. Ну, о программе второго тура мы, наверное, поговорим подробнее чуть позже. А сейчас напомним вам, что в любую часть прослушивания, на любой тур, вы можете попасть непосредственно в зал, а не только наблюдать за конкурсом онлайн. У онлайна есть, конечно, свои неоспоримые плюсы. Вы можете видеть трансляцию во всех деталях. Вы видите близкие ракурсы, вы видите работу рук, вы видите эмоции в глазах. Но слышать, наверное, своими ушами, глазами — это совершенно другое эмоциональное подключение к музыке. Поэтому напоминаем, вы можете приобрести билеты на прослушивание на официальном сайте международного конкурса имени Чайковского. Приходите в наши прекрасные залы. Опять-таки подчеркнем, акустика здесь великолепная. Наслаждайтесь этой музыкой. Один отдельный момент хотелось бы уточнить. Это по поводу концертного зала в Репино. Концертный зал в Репино великолепен, прекрасен. Если вы смотрели трансляцию, то видели этот удивительный вид, который открывается из большого панорамного окна, за которым раскинулось какое-то зеленое невообразимое цветущее дерево. Конечно, атмосфера там совершенно особенная. Добираться до зала, может быть, не так удобно, как до центральных площадок в Санкт-Петербурге, но зато есть такой момент, что туда билеты приобретать не нужно, но стоит только лишь зарегистрироваться официально. В официальной группе конкурса Чайковского ВКонтакте вы можете найти контактный номер. На него отправить информацию, когда вы хотите приехать на конкурс, на какую часть прослушивания, зарегистрироваться, и когда вам вашу регистрацию подтвердят, совершенно бесплатно приехать и наслаждаться музыкой. Напомню, в концертном зале Репино проходит конкурс в категории «Деревянные духовые инструменты». Ну, а на все другие категории, на все другие выступления вы можете прийти в концертный зал. Напоминаем, что виолончелистов мы слушаем по адресу Невский, 30, малый зал филармонии, и мы уже слышим и даже видим, как жюри идет в зал. Так что давайте и мы переместимся в малый зал филармонии, чтобы услышать первое выступление второго тура конкурса имени Петра Ильича Чайковского. So it's time to go in on the hall and listen to music. The second round of the cello nomination 17th international competition, Петр Ильич Чайковский.
дамы и господа, приветствуем вас на 17-м международном конкурсе имени Петра Ильича Чайковского по специальности виолончель. Ladies and gentlemen, we welcome you at the 17th International Tchaikovsky Competition Cello Category. Представляем членов жюри. Please welcome our members of the jury. Александр Князев, Россия, Russia. Александр Рам, Россия, Russia. Кирилл Родин, Россия, Russia. Сурен Багратуни, США, Армения, USA, Армения. Владимир Перлин, Беларусь, Беларусь. Вэнь Ма, Китай, Ма Вэнь, China. Юрий Лаевский, Россия, Russia. Александр Рудин, Россия, Russia. Александр Израилевич сегодня смотрит конкурсные прослушивания онлайн. Alexander today is listening auditions online. Сергей Ралдугин, Россия, Russia. Начинаем конкурсные прослушивания второго тура. The auditions of round two begins. Участник номер три – Никонов Даниил, Россия. Participant number three – Никонов Даниил, Russia. Ханс Ботемунд, Янош Штаркер. Вариации на тему Паганини, сочинение 4. Людвиг ван Бетховен, соната для виолончели и фортепиано, номер 3, ля мажор, сочинение 69. Сергей Прокофьев, соната для виолончели и фортепиано, до мажор, сочинение 119. Ханс Ботемунд, Янош Штаркер, Variations on theme of Paganini, opus 4. Людвиг ван Бетховен, челло-соната number 3 in A major, opus 69. Сергей Прокофьев, челло-соната in C major, opus 119. Концертмейстер, аккомпанист Егоров Виталий.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
участник номер 4, Владыка Данила, Россия. Participant number 4, Владыка Данила, Russia. Сергей Рахманинов, прелюдия соль бемоль мажор, сочинение 23, номер 10, переложение Александра Князева. Иоганнес Брамс, соната для виолончели и фортепиано, номер 2, фа мажор, сочинение 99. Сезар Франк, соната для скрипки и фортепиано ля мажор, переложение Жюля Дель Сара, первая и вторая части. Никола Паганини, вариации на тему Россини, переложение Поля Фурнье. Сергей Рахманинов, прелюд in G flat major, opus 23, number 10, arranged by Александр Князев. Йоханнес Брамс, чело соната number 2 in F major, opus 99. Сезар Франк, violin sonata in A major, arranged by Jules Desart, first and second movements. Никола Паганини, variations on a theme of Rossini, arranged by Paul Fournier. Концертмейстер, аккомпанист, Вишневский Владимир. Thank you.
Thank you.
объявляется перерыв. Прослушивание продолжится в 15:20. Уважаемые зрители, первыми зал покидают члены жюри. We announce a break. The auditions will continue at 3:20 p.m. Ladies and gentlemen, the jury are first to leave the hall. Жаркими аплодисментами встретила публика выступление Дани Владыка. И приятно видеть, что тур от тура, от участника к участнику, Малый зал филармонии все больше наполняется публикой. Напоминаем, что все прослушивания 17-го международного конкурса Чайковского открыты. Приходите в зал и слушайте музыку прямо вживую, прямо здесь. Напоминаем, что мы, Валерия Величко и Александра Мыбрина, бессменные ведущие номинации «Виолончель». Мы продолжаем трансляции этой специальности из Малого зала Петербургской филармонии. Третий тур нас ждет в Большом. Good afternoon, ladies and gentlemen. We are Александра Мыбрина and Валерия Величко. And we are broadcasting live from the 17th Чайковский International Competition nomination cello from the small hall of St. Petersburg Philharmonia. И... От тура к туру все больше зрителей, все громче аплодисменты, все ярче, интенсивнее поддержка наших конкурсантов. Это, конечно, очень приятно, потому что вчера наши замечательные выступающие поздно покинули стены малого зала филармонии. Результаты первого тура были объявлены за полночь, но, тем не менее, выходить на улицу было приятно, потому что сейчас, конечно, у нас царит совершенно удивительная пора в городе. Эта пора называется «Белые ночи», а «Белые ночи» — это означает что? Не только разводку мостов, но также и наш замечательный традиционный фестиваль «Звезды белых ночей», который проходит в Мариинском театре традиционно именно в эту самую романтическую пору. Программа нынешнего фестиваля полна сюрпризов, так что если вы интересуетесь, в принципе, жизнью искусства и жизнью музыкальной, то внимательно проверяйте, как программа обновляется. Каждый день может появиться что-то новое. Вот, например, сейчас мы вам расскажем о том концерте, который ожидает нас 25 июня. 25 июня в 22:00 в концертном зале Мариинского театра состоится концерт серебряного медалиста 15-го международного конкурса имени Петра Ильича Чайковского, а ныне члена жюри конкурса по специальности виолончель Александра Рама и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева. В программе будет концерт для виолончели с оркестром Дворжика, но это еще не все. Программа будет дополняться. Мы не будем себе позволять спойлеров. Смотрите подробности о программе на сайте Мариинского театра. Узнавайте, как же складывается нынешний фестиваль «Звезды белых ночей». Приходите и к нам сюда, в Малый зал филармонии. И, конечно же, на все площадки Мариинского театра. Там тоже всегда можно найти что-то по своему вкусу. И напоминаем, что Александр Рам, член жюри конкурса Чайковского, он все эти дни находится в Малом зале филармонии, слушает выступления конкурсантов и даже был гостем нашей импровизационной студии. Если вы забыли, напоминаю, что все эфиры сохраняются. Вы можете найти их на сайте конкурса Чайковского, в официальной группе ВКонтакте. Александр Рам был гостем нашей студии в первый день. Но продолжим знакомство с участниками. Продолжим. Собственно, последним из первой тройки второго тура выступит Всеволод Гузов. Это ассистент-стажер Московской консерватории. Ему 28 лет, но тем не менее он уже заместитель концертмейстера группы виолончелей Российского национального оркестра, одного из самых ярких и известных оркестров нашей страны. Всеволод – стипендиат двух крупных фондов. Это фонд Владимира Спивакова и фонд Мстислава Ростроповича, что для виолончелиста, конечно, большая честь и большой знак. Ну и отдельная строчка в биографии Всеволода – это его обширные гастроли. Он играл в целом ряде стран мира, и можно представить, что его опыт концертных выступлений довольно велик. Давайте посмотрим фрагменты из выступлений Всеволода в первом туре конкурса. Let's see a short review from the first round of competition. Всеволод Гузов.
Дорогие друзья, напомним то, что сегодня здесь, в Малом зале Санкт-Петербургской филармонии, начинается второй, уже начался второй тур по специальности виолончель. Второй тур продлится 2 дня, сегодня и завтра, а уже на следующей неделе, во вторник, мы перенесемся в Большой зал филармонии, где нас ожидает 3-й тур и долгожданный финал. Поэтому мы сейчас, конечно, будем говорить о том, как готовится Большой зал филармонии к принятию такого важного конкурса, как международный конкурс имени Петра Ильича Чайковского. К нашему эфиру присоединяется заместитель художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии Евгений Дмитриевич Петровский. Евгений, здравствуйте, спасибо, что вы к нам пришли. Собственно, первый вопрос я уже озвучила. Как готовится Большой зал филармонии к принятию конкурса? Что этот конкурс для вас означает? Вы знаете, с одной стороны, нам не нужно особенно как-то по-особому готовиться к конкурсу, потому что концерты в Большом зале филармонии проходят ежедневно в течение всего концертного сезона. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, конкурс Чайковского – это совершенно особое событие, проходящее раз в 4 года на самом высоком международном уровне, поэтому подготовка к нему, безусловно, идет задолго, начинается задолго. В частности, вот вы сказали, что сейчас начался только второй тур конкурса здесь, в Малом зале, а в Большом зале продолжились репетиции Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии с маэстро Феликсом Коробовым к конкурсу 3-му. Еще неизвестны участники, которые пройдут на 3-й тур, те счастливцы, которых жюри отберет на 3-й тур. Но, тем не менее, как я уже сказал, репетиции оркестра продолжаются. Они начались еще ранее. И вот эти репетиции сейчас идут. Это первый раз, когда Академический симфонический оркестр принимает участие в конкурсе? Это не первый раз, когда Академический симфонический оркестр принимает участие в конкурсе, но первый раз, когда оркестр принимает участие именно в 3-м туре конкурса. Дело в том, что в 2015 году это был, соответственно, 15-й международный конкурс Чайковского. И впервые тогда филармония принимала именно виолончелистов, музыкантов по специальности виолончель. И если мне память не изменяет, тогда в правилах конкурсного прослушивания на 2-м туре были выступления с оркестром, концерты Гайдна. Как раз концерты вот эти вот с камерным оркестром академическим, камерным составом Академического симфонического оркестра проходили здесь же, в Малом зале, вот с Академическим симфоническим оркестром, а потом уже 3-й тур с заслуженным коллективом в Большом зале. А давайте, может быть, немножко проясним для тех, кто не во всех нюансах понимает принципиальность именно решения, что выступают с Академическим симфоническим оркестром, почему именно мы так делаем на это упор и в чем принципиальное различие от выбора оркестра для сопровождения на 3-м туре? Ну, здесь выбор оркестра – это вопрос более технический, чем художественный, даже полностью технический. Дело в том, что заслуженный коллектив России был приглашен принять участие в конкурсе Чайковского, но так совпало, что именно на июнь, на вот момент проведения конкурса, перенеслись зарубежные гастроли заслуженного коллектива в Китай. Сейчас наш заслуженный коллектив как раз дает концерты в Китае, поэтому по согласованию с дирекцией конкурса участие в 3-м туре принимает Академический симфонический оркестр. То есть какого-то художественной подоплеки в этом решении нет совсем. Вернемся к виолончелистам. Мы много говорим о том, как виолончелисты выступают в Малом зале филармонии. Мы беседовали с Ириной Альбертовной Смукол, художественным руководителем Малого зала. А как часто, в каком амплуа выступают виолончелисты на сцене Большого зала филармонии? И у вас большая практика. Какие концерты виолончелистов особенно запомнились за эти годы? Вы знаете, в Большом зале филармонии виолончелисты чаще всего, конечно, выступают как солисты с оркестром. Это подавляющее число выступлений именно музыкантов этой специальности. Хотя бывают и исключения, бывают и камерные концерты. И из недавних, ну вот за какой-то сравнительно небольшой период последний, такие камерные концерты очень памятные. Это и камерный концерт виолончельной сонаты Бетховена с участием 2 выдающихся музыкантш, Наталья Григорьевна Гутман и Элисо Константиновна Версаладзе. Обе лауреаты конкурса Чайковского. Да, это был концерт, памятный, украшение одного из международных фестивалей, зимних фестивалей «Площадь искусств» на сцене Большого зала филармонии. Ну и это, конечно же, опять-таки дуэтное выступление 2
тоже выдающихся исполнителей, пианиста Николая Луганского и виолончелиста Готье Капюсона на юбилейном для филармонии международном фестивале «Получить искусств» в 21 году. А из еще, если брать более широкую какую-то такую палитру именно виолончельных выступлений, ну, это, правда, было не в Большом зале филармонии, это было в нашем городе. Это уже много-много лет назад к нам приезжал, опять-таки, с камерным концертом «Йо-Йо-Ма». Это концерт, который состоялся в оперной студии консерватории. Это было, конечно, событие, запомнившееся на всю жизнь. Лично для меня, ну и для всех, кто был на этом концерте. Мы же неоднократно в рамках нашего эфира говорили о том, что все ждут открытия новых имен от нынешнего фестиваля. Это традиция, это нормальное явление для фестиваля имени Чайковского. Какие-то личные ваши открытия прошлых лет? Вот вы могли бы рассказать, какой из конкурсов Чайковского вам больше всего запомнился? Какое-то личное открытие? Что приходит на ум в первую очередь? Ну, вы знаете, если говорить о моей скромной персоне именно в личном каком-то качестве, безусловно, для меня наиболее памятным явился конкурс Чайковского, который проходил в 1994 году. И я, поскольку я по поисковому образованию пианист, я закончил Санкт-Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова по классу специального фортепиано, я следил, конечно, за пианистами. В 1994 году я готовился к вступительным экзаменам в консерваторию, смотря конкурсные прослушивания конкурса Чайковского. Это тот конкурс, на котором вторую премию, первая тогда не присуждалась, получил Николай Луганский. В этом же конкурсе участвовал Вадим Руденко. Вот этот конкурс запомнился мне наиболее всего. Ну, конечно, это опять-таки конкурсы, которые вот на моей памяти происходили, потому что, конечно, я не упоминаю ни 58-й год Клиберна, ни 66-й год Григория Соколова, ни 78-й год Михаила Плетнева. Это было до моего рождения. Вот. А из тех, которые я застал, за которыми я следил, и которые вот именно остались лично в моей памяти более всего, это вот 94-й год. 94-й год, кстати, был историческим для конкурса Чайковского. Напомним нашим зрителям, что именно в 94-м году впервые на конкурсе Чайковского была присуждена премия Гран-при. До этого она не присуждалась, и тогда в 94-м ее получила оперная певица Хибла Герзмава. Тогда еще совсем юная исполнительница, ну а теперь уже мировая дива. Ну а для тех, кто в Петербурге, мы напомним, что здесь на Малой Садовой проходит выставка, конкурс у нас юбилейный, и по всем двум столицам, по Москве и по Петербургу, развернулись сеть выставок. И, кстати, портрет Хиблы Герзмава вы можете найти на Малой Садовой. Очень вам рекомендую. Такие искренние, радостные переживания на ее лице. Словом, пожалуйста, приходите, смотрите выставки. Но, кстати, они есть не только на Малой Садовой. Выставки развернулись и на Московском, Ленинградском вокзалах, соответственно, на пути из одной столицы на другую и на целом ряде улиц Москвы. Мы вернемся все-таки к разговору с Евгением, поскольку, вот вы сказали, в 94-м году вы готовились к поступлению, смотрели конкурс Чайковского. А не было ли у вас желания самому подать заявку на этот конкурс? Я подчеркну, что я скромный человек, моя скромная персона. Нет, конечно, у меня не было такого желания подать заявку на конкурс Чайковского. Я смотрел и продолжаю смотреть на музыкантов, которые принимают участие в конкурсе абсолютно снизу вверх. Участников, уж тем более победителей и лауреатов, нет, такого намерения у меня не было. Петербургская филармония — крупная институция в музыкальном мире страны. Есть ли планы на участников, на победителей, лауреатов этого конкурса Чайковского? Смотрите ли вы прицельно на нынешних конкурсантов с точки зрения того, что, возможно, они украсят афиши будущего Большого зала филармонии? Ну, безусловно, да. И я хочу сказать, что мы уже заявили в двух концертах абонементных Большого зала филармонии, которые состоятся в предстоящем сезоне. В них выступят два музыканта разных специальностей, как раз лауреаты конкурса Чайковского. Это
те лауреаты, которых мы, в принципе, заявили именно как лауреатов. Я не исключаю, что в каких-то других концертах появятся музыканты, о лауреатстве которых еще сейчас пока неизвестно, и они выступят в наших программах уже в этом качестве. Но в апреле месяце у нас состоится концерт Российского национального оркестра. Там примет участие один из лауреатов-пианистов. И в июне 2024 года завершит один из абонементов Академического симфонического оркестра как раз лауреат-виолончелист, который станет таковым на будущей неделе в нашем Большом зале. Спасибо большое, Евгений. Напоминаю, заместитель художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии Евгений Петровский был гостем нашей прямой трансляции. Ну а мы продолжаем. Совсем скоро начнется следующая часть прослушиваний, которые открывают второй тур конкурса Чайковского по специальности виолончель. Ну и, наверное, самое время сказать пару слов об обязательной программе второго тура. Лера, предоставляю эту честь тебе. Да, второй тур, в отличие от первого, предлагает конкурсантам большую степень свободы выбора. Вот как сформулировано требование к программе второго тура в регламенте конкурса. Соната одного из следующих композиторов. Людвиг ван Бетховен, Франц Шуберт, Йоханнес Брамс, Богуслав Мартину. Произведение виртуозного характера. Одно из нескольких произведений по выбору конкурсанта. Словом, вы представляете себе, какая большая творческая задача для конкурсантов составить то, с чем они выйдут на второй тур конкурса Чайковского. И сейчас мы сможем увидеть последнего участника первой части прослушивания второго тура. Давайте перенесемся в зал. Продолжаем прослушивание второго тура. The auditions of round two continues. Участник номер 6, Гузов Всеволод, Россия. Participant number 6, Гузов Всеволод, Russia. Йоханнес Брамс, соната для виолончели и фортепиано номер 2, фа-мажор, сочинение 99. Сергей Прокофьев, соната для виолончели и фортепиано до-мажор, сочинение 119. Богуслав Мартину, вариации на тему Россини. Йоханнес Брамс, челло-соната No. 2 in F major, opus 99. Сергей Прокофьев, челло-соната in C major, opus 119. Богуслав Мартину, variations on a theme of Rossini. Концертмейстер, аккомпанист Евграфова Нина.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
объявляется перерыв. Прослушивание продолжится в 19:00. Уважаемые зрители, напоминаем вам, что первыми зал покидают члены жюри. We announce a break. The auditions will continue at 7 p.m. Ladies and gentlemen, we remind you that the jury are first to leave the hall. Дорогие друзья, ну что ж, положено начало первой части прослушивания второго тура международного конкурса Чайковского по специальности виолончель. Счастливые зрители, слушатели выходят из малого зала филармонии. Сейчас счастливые зрители онлайн отмечают то, какие детали интересные можно подметить благодаря нашей трансляции, насколько детализированы в мельчайших подробностях можно изучить конкурсантов, их особенности исполнения. Так, например, у Всеволода Гузова, который только что выступал на сцене, отмечают великолепную правую руку. Ничто не уходит без внимания наших замечательных зрителей, профессионалов в своей области. Так что мы тоже внимательно смотрим за тем, на что вы реагируете в прямой трансляции. Если у вас есть какие-то пожелания, вопросы, пишите обязательно в чат-трансляции. Мы все видим, отмечаем и обязательно ответим на вопросы, если вдруг они там будут возникать. Ну и поскольку сейчас перерыв до вечерних прослушиваний, мы напоминаем, что все выступления, все всех туров, всех специальностей конкурса Чайковского сохраняются в записи. Если вы что-то не успели, а успеть все одновременно практически нереально, можно обратиться к записям, которые находятся на официальном сайте конкурса и в официальной группе в соцсети ВКонтакте. Слушайте, обращайтесь вновь и вновь, открывайте для себя новые подробности. Даже если вы сидели в зале, картинка, которую дает трансляция, сильно отличается, хотя, быть может, звук будет тот же самый. Словом, смотрите и пересматривайте. И также напоминаем, что помимо трансляций есть канал «Чайковский Лайв», на котором круглосуточно идет трансляции как основной, то есть конкурсной программы, так и параллельной программы конкурса, видеоблоги, диалоги. Сюжет об истории конкурса, интервью с участниками, с членами жюри, огромный канал медиавещания, нововведение нынешнего конкурса Чайковского. Так что если вы пропустили что-либо из нынешнего дня конкурсного или предыдущих, всегда смело заходите на канал медиавещания «Конкурс Чайковского Лайв», подбирайте что-то по своему вкусу, по своим интересам. Там действительно много всего интересного уже за три прошедших полных дня конкурса накопилось. Ну а мы вернемся совсем скоро, 18:45, прослушивание второго тура конкурса «Виолончель» продолжится. Снова с вами будем мы, Александра Мымрина и Валерия Величко. So the first part of today's audition has come to the end, and we will continue a bit later, a few hours later. At exactly 18:45, we, Александра Мымрина and Валерия Величко, will be back on the air. I remind you that we are broadcasting live from the Чайковский competition in cello nomination. So see you soon. Stay tuned.